Ну что, ребят, Сандрасах. Что, блять? Ну что, ребят, Сандрасах, приветствую. Мы продолжаем проходить Black Book. Да, прошлая серия была очень интересной, очень долгой. Только лишь из-за одного босса, которого мы победили, да, это было просто жесть. 3 часа потратил на 3 часа. Ну, кто не видел, посмотрите в верхнем правом углу. Ссылочка на плейлист, да, с полным прошлым данной игры. И, в принципе, на прошлую серию там даже есть подсказочка. Вот, ссылочка в описании на плейлист тоже находится. Да, находится в описании все. В общем. Вот, эта серия будет, думаю, интереснее. Тоже очень интересно. Надеюсь, больше ни с кем не просто таким жестким драться. Ну, посмотрим. Поэтому сразу же подумайте, надевайте пледик обязательно. Надевайте пледик обязательно. Прям аппетит кушать, прям чипить кофе пить или псевдо, да, при этом просмотра. Мы, собственно, начинаем. Так, черная книга, что у нас тут есть-то? С тобой-то. Так, ну здесь понятно. Нет, я вот это оставлю. Можно мне... Дай-ка, знаешь, что купим с тобой? Где он? Вот эту тему с тобой купим 100%. Вот так вот. И это мы закинем, знаешь, ключики, да, это у нас. Давай-то мы это закинем с тобой место... Вот это очень хорошая, вот это очень хорошая карта. Вот это мы уберем, я думаю. Накинем туда одну эту. Вот так сделаем. Так вот хорошо прям. Сейчас сохранюсь. Так, что у нас тут? Так, они тут ничего, собственно. А, да, все уже, что ли? Да, сейчас с котом поговорим. Да мы отсюда выберемся. Я хоть и не совсем кот, да что-то не люблю под водой ходить. Скоро, Прошка, как до водяного доберемся. А то может остаться тебе с нечистыми-то другими. Не очень-то и надо. Отдохни, Васенька. Еще где-то день идти. Почему, думаешь, Водяной тебя в проводницы отправил? Силу твою почуял, думаю. Так-то он мне не сказывал. Что он вообще за бес? Водяной давно местными реками да озерами заправляет. Еще нового бога тут не было. А Вакуль был. У него палаты в глубине самой на синем камне стоят. Богатство несметное. Уж куйники ему жертвовали. Мельники, рыбаки и пасечники. Все, кто на реке да на озере работает, вынуждены с Водяным дело иметь. И мы тоже. Утопленники. Долго идти еще до палат? Да недалече. Отдохнешь, потом и доберемся. Дорога тоже старая, как будто. И хозяйство тут у Вакуля. Деревни да чёда. Удобнее те, что издавна тут. Говорят, что раньше эта дорога святой была. Старые боги тут, мол, ходили каждую ночь. А теперь по-новому все. Водяной от того гневается. Что ты помнишь из своего прошлого? Помню отца своего. Один он меня ростил. Мало что помню. Больше вот пока ничего в голове нет. Ничего, Евдокия. Вспомнишь, Дак? Ой, Васенька, кто знат? Я же мертвая, да? И что я делала-то, батюшки? Что со мной теперь будет? Мы, мертвецы, только одно знаем. Лучше быть живыми. Угу, это уж точно. Ну, в путь давай, в путь. Let's go. Из зарослей внезапно выплывает сначала угорь, потом налим. Уже через мгновение вы окружены тучей угрей налимов, которые плывут огромным стадом через заросли. Вскоре вы видите и погонщиков. Несколько утопленников с веслами ведут косяк,
в им лишь ведомом направлении. Новая запись в энциклопедии. Давай посмотрим. Давай посмотрим. Где? Ну вот, ребят. Утопленники останавливают рыб, чтобы поговорить с вами. Оказывается, этот косяк проиграл в акулю другой водяной из реки неподалеку от Троицкой церкви на юге губернии. Теперь мертвецы перегоняют речных созданий во владение местной нечисти. Угу. После разговора вы стали чуть лучше понимать нежить. Так, получается у нас с тобой что? Опа. А вот это очень хорошо. А где у нас урон с тобой? А нигде. Давай-ка мы вот это уберем. И вот сюда вот так. Опа. Это очень хорошо. Он оберег, а этот тоже к оберегу, так понимаю. Ну, let's go. Так, next. Сколько могил водяному на потеху? Не знаю, не знаю. Подожди. Старая могила, имени не разберешь. Опа! Это что, где мы вообще? Он дает по локации побегать? Суворов ТВ. Валсман. Авери, ага. Джохан. Паул. Не те, не те, не те. А это? Подожди. Это не те. Не те, не те, не те, не те. Паул, нет, не те. Эта тема хуй знает какая. Джейм Дубиак. Келла, Бесть. Чё там? О, Владислав Леонтьев какой-то. Угу. Лил. Абдиел Ди. А как ее, подожди? У нас же, да, есть тема вроде, да? Е. Евдокия ее, да? Евдокия вроде как. Ну, блин, как я помню. Евдокия, значит. Ебать. Эна. Ага. Ил, Талис, Джин. Не те. Так. Лаур, Марвин. Не тот. Макдональд, что? Нормальная тема. Бля, ебать, это нам тут все оббегать, смотреть, что? Си, Брайан. Нам, по идее, ее же нужно найти, правильно? Правильно понимаю? Нету ее здесь. И... Здесь тоже нету ее. Дэвид, Антон. Ага. Дмитрий. Чего?
Сухоручки. Ну, подойдем, посмотрим, может быть, что-то даст нам это. Нет, не даст ничего нам это. Просто посмотрим. Что нам напишут, что видишь? Так, ну нам не просто так дают побегать, я так понимаю, нам нужно ее найти. Эмили, Дэниелс. Да, вот прикольно будет, если... Бля, ну нет, не прикольно это будет, осуждаю нахуй. Ну типа что-то... Подожди, блядь. Здесь я еще не все посмотрел. Так. Пробежим. Да ебать. Зоя в Дум. Не они. Макс, Филипп, Джейм, Джессика. Не они. И вот здесь так у него последний, да, идет? Стефани. Кинг Дак. Нет, дай. А вот это нам что, не показали? Дарья. Смирнова. Николь, ага. Меган, мистер З, что? Подожди, что это нам что-то даст? Вообще нихуя не даст. А это что такое вообще? Что здесь домик? А, не. Стефан, хорошо, так, дальше. Идем. Так, ага, не оно. Не оно. Да ебать, не оно. Ага, не оно. Это все не оно. Не то, короче. Хорошо, нам не значит не сюда. Значит, пошли ту смотреть в сторону. А, вот еще тут есть. Ёбан. Бля. Ну это пиздец. Сергей Юлин. Мне просто интересно, она здесь есть или нету. Сейчас будет, вот прикольно будет, если я потрачу просто так время, да, здесь. Да ебать нахуй. Урт. Сначала вот отсюда начнем, посмотрим. Да, но я так здесь все оббежал же, нет? Я же все здесь оббежал. Да, я это все оббежал же. Да? Да. Да, я тут все оббежал. Да, все, пошли обратно. Я тут все оббежал. Я тут все оббежал. Все, бежим обратно с тобой. Да ебать. Да бежим обратно, ёпты. Да что ты делаешь, нахуй? Камера, что с камерой, блядь? Так, это я все еще посмотрел. Это назад пойти. Пошли там теперь смотреть. Ебать, там, смотри, какая здоровье. Ебать, там просто пизда. Поехали, че. Ага. Селвин. Не знаю, давай, ладно, я не буду оббегать, потому что у меня что-то как-то чуть лень оббегать все это дело. Но... Подожди, ну нам не просто так, правильно? Давай бежим. Ладно, похуй, бежим с тобой. Да, блядь, а можно мне... Да ебать, ты что, дурак нахуй, или... Ты дурачок, блядь? Ты... Ага. Кристофер Сенный. Гриффин, блядь. Да ебать, ну что с камерой нахуй, алё? Василиса? Что? Подожди. Что нахуй? Резникова? Что за хуйня? Ну что, не она? Ладно, ну ладно. Кэт Макдональд? Ага, Сергей Морозов. Да ебать, ну можно мне? Не оно. Бля, что с камерой постоянно происходит? Блять, ну можно мне сюда? Я прошу.
Не надо мне камеру вот так вертеть, блядь, 300, ты на 360, это вообще неудобная тема. Так, подожди. Так, хорошо. Ирина. Иван. Не оно. Не оно. Ну, мне кажется, не просто так, как будто бы, знаешь. Ну, блин, я думаю, навряд ли разработчики просто сделают так, чтобы здесь просто вот такая, знаешь, была открыта большая местность. И вот так у тебя подсвечивались все имена, то есть какие-то, да, определенные имена. То есть я думаю, может, нам нужно на ее найти, русалку как раз там, да, я не помню, как ее зовут здесь уже. На Е что-то. Эйприл или что такое? Не, не Эйприл. Поехали дальше. Дэн. Аарон. Так, Джоя. Подожди. Поехали, next. Нам сюда. Люкс. Пётр. 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 Чего там было? Кто здесь? Раду какой-то. Нет, не он. Какой-то Раду. Да ебать, ну ты... Я, блядь, рот ебал эту камеру. Рейтон. Патрик Эрвин. Угу. Матби. Хорошо. Нам еще раз, два, три, четыре, да, с тобой пробежать. Ну, погнали, ладно. Мы уже почти добежали. Так, Так, ну здесь нет. Здесь мы, я так понимаю, только что, да, были? Блядь, а можно вот эту мне дать? Блядь, твой рот ебала, игра. Опа, что это нахуй? Это что такое? Подожди. Что такое? А, туда? Нахуй мне туда бежать? Всем думаю. Спасибо, что ты мне показываешь. Хуйту какую-то, блядь, просто. Стоит просто и все. Камера хоть то вертится, то нет. Да. Хорошо. Патрик, Али. Али, Стил. Это типа как титры или что, я не понимаю, блядь. Это такой себе, блядь, осуждаем такой, конечно. Епи Эриксон какой-то. Кати. Белов, Никита, Киет. Спасибо, что ты мне показываешь. Спасибо, что показываешь. Повторяю тебе еще раз. Так, тут Джеред, Гвардиан, Тимошенко Александр, Ровскач, Лоликс Фаз, Дон, Бенджамин, Андреа, Алексей. Алексей. Синмак, что-то там. Маклой, что-то там такое было. Чё? Блядь, спасибо. Маклон... Маклонглин. Что-то такое Маклонглин. Извиняюсь, прошу прощения, если я неправильно называю фамилию или имена. Вот.
4. Хастон, Астурзе, Йеллоу Дог. Это типа, бля, прикол нахуй или что нахуй? Дай посмотрим, как это переводится, мне просто интересно. Ну, понятно, блядь, как это переводится. А вот это? Ну, короче, здесь ее нету. Но это прикол или что, блядь, это, блядь? Желтая собака. Пастур, желтая собака. А? Ну, let's go, короче, обратно с тобой в любом случае. Не знаю, вот, ребят, напишите вообще, к чему это разработчики сделали. Я просто не понимаю, к чему это сделали. Ну, либо это, типа, имена всех разработчиков, так, знаешь, кто занимал командой целой. Ну, блядь, осуждаю такое. Это, блядь, такая, блядь, как сказать, метафора. Это очень такое, осуждаю такое. Либо же здесь какие-то отсылки на что-то, да? То есть это я вот не могу сказать. Так, ладно, пошли еще посмотрим что-нибудь. Около нее мы стоим. Да нет, подожди. Ну там что было? Какие-то тысячи могил было, нет? Да блядь. Блядь, камера, я тебе в рот ебал. Ты, блядь, ебанутая, что ли? Вход в пещеру. Кажется, там вход в пещеру какую-то виден. Надо у русалки спросить, что это. Да иди ты на. Даже отсюда только видно. О. Сколько могил. Водяному на потеху. Угу. Все, теперь идем к ней. Спрашивать, что за херня. Я слышала, здесь Вакуль собирает могилки своих жертв. Только кто тонет, так здесь голбец сам вырастает. И здесь твое имя, наверное, найти могли бы. Я тут и посмотреть не сумелась. А теперь домой хочу. Туда, на землю. Может, Водяной тебя и отпустит. Надо головой поворожить. Посмотрю, что тут за могилы. Чувствую, голбец-то свой. Он вон там вот. Нет, не пойду до него. Что там за пещера виднеется? Водяного. Он туда мертвецам идти не велит. Тебе-то могу показать. Ты же не покойничек покамест. Ну, пошли. Хватит по кладбищу шлындать. Готова дальше идти? Да, показывай дорогу. Опа, сюда. От пещеры веет стариной. В эту пещеру вход мертвецам заказан. Вакуль не велит. И со мной забоишься? Тебя-то он, небось, выпустит. А со мной что будет? И никто в пещере не бывал? Один утопень вроде как побывал. Так потом, говорят, наказал его Вакуль. Сожрал, наверное. Сурдаю. Почему, думаешь, он ходить сюда не велел? Может, сокровища тут хранит? А их чудище какое-то сторожит? После потолкуем. Ну, let's go, чё. Давай, бесстрашно, пошли. Прикольно, прикольно.
Сундук. В сундуке лежат какие-то медные железки. Тут раньше все стены были украшены, а сейчас все постерлось. Лучи вырисовывают путь в глубины пещеры. Извилистые тропы приводят вас к огромному алтарю. Кто и как здесь справлял свои службы? Вы останавливаетесь в нерешительности. Вы преклоняете колени и шепчете молитву. Внезапно поднимается яростный водный вихрь и выносит вас ко входу в пещеру. Каменная глыба с грохотом падает и перекрывает его. Понятно, могли просто сейчас либо восстановить хп-шку, либо что-то такое. Русалка, наконец, привела вас к воротам во дворец Водяного. На страже стоят двое утопленников, которые, кажется, никак не могут найти общий язык. Нет, я портил. Ты не допортил. Ты даже слова связать не можешь, не то что сеть как следует порвать. Из-за тебя он и гневается. О, русалка! Опять вы, кумушки-подружки? Я чертознайку Квакулю веду по его указанию. Ага, это из-за вас. Мы не смогли сети как следует разорвать. Иди прочь. Может, нам стоит попросту их переплыть? Не получится. Колдовство тут тоже какое-то. Во дворец вход один. Слушайте, покойники! Меня позвал Вакуль, и он разгневается еще больше, если вы меня не пустите. Еще сердитее? Да. Так что давай в сторонку. Погоди. У нас обиход есть. Пускать только знатких. Так что, коли знатка, загадку отгадывай. Давай. Давай, я уже дока в этом деле-то. Течет, не вытечет. Бежит. Не выбежит. Течет, не вытечет. Бежит, не выбежит. Мне кажется, кровь. Смотри, течет. Кровь течет, бежит, кровь. Кровь течет. Неверно. Задавим. Ну, держись, векша. А, да, мальчики, ну чё? Предложи еще. О, да. Ты уверен? Давай попробуем. Давай попробуем с тобой, хорошо. О, как хорошо сейчас будет, как хорошо, мальчик. Ну что, тоби пизда сейчас будет. Его кидаем и... Бан. Я только что, знаешь, с кем сражался вообще, там 100 с лишним хп, 200 с лишним хп было. Что, мальчик, что ты сейчас что будете делать вообще? Ну и что? Мою так делал, опа, и все. И что? Давай-ка я вот ему накину. И генерацию себе накину. Ну и чё? Вы уверены, ребятки, что хотите?
А вообще, знаешь, как бы все равно на это все дело. Даже не буду на это тратить. Просто вот так накину этому. Ой, сейчас будет больно. Сейчас будет очень больно. Нормально, 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 нормально. Сейчас минус один будет. Очень больно. Очень, очень, очень больно. Очень больно. Давай мы с тобой... Что он накидывает? Блять. Хорошо, давай повторим. Я ткнул. Так, ну давай. Что там, будете накидывать, да? Нашку будешь накидывать. Ну, хорошо. 7 у нас с тобой есть. Вот еще 5 накинет, хорошо. Прям. Ну, сначала одного, потом второго будем фигачить. Вот так вот. Ну все, 18 хп осталось. Одно хп оставил, ё-моё. Можно мне реген, пожалуйста, дать? Еще будет снимать. Такое себе, честно. А где реген-то мой? Алло. Просто 5 хп подержи. Добрый вечер. Ну что? Хорош. Вот это хорошо сейчас было. Это очень хорошо. Наверное, вот так сейчас сделаем. Давай, давай. Thank you.
понимаешь, да, что это вот так делается просто. Оп, и все, нет у тебя ничего. Свидание. Так, вечно увеличить защиту 2 крада. Сразу не просит сочинения ходов, увеличит защиту на 2 при потере здоровья, увеличит вычеркивается из книги до конца битвы. Ага. А, не тратить чеки, а значит вам один. Слово стоит в заговоре, один оказывает влияние на другие слова. Ну блин, это бы, конечно, хорошо. Давайте возьмем. Так, ну еще next пошли. Я надеюсь, что нам не придется с ним драться. Дворец Водяного внутри не похож на старые сказки. Вместо хрустальных стен тут обветшалые доски. На пути вырастают заросли речной травы. Вы заранее открываете книгу. Мало ли, какие вредители затаились в старых палатах. Ваша осторожность оправдывается. Здорово. Из мрака появляются несколько чертей. Бля, здорово. А, да? 11... 16. Ну, блять, с какого хп он чуть-чуть еще осталось в этой игре? 16, да. 7. 14. Ну давай так подсобишь мне чуть-чуть. Хотя не надо. Давай вот этого первого. Вон того, наверное. Первого фигачить будем. Так, хорошо. Угу. 7. Давай сейчас чисто вот так уйдем с тобой. Вообще 7 минус 7 хп будет. Бля. Ну ладно, ничего, нормально. А что тут хочет? А, снимает положительный статус, да? А, да. Ну, по-хорошему нам с тобой, конечно, вот так вот, наверное, бы сделать. А нет, даже не так. Наверное, вот так вот. Сколько у нас там? 22 как раз. А, ну зачем так много? Просто уберем. Да, снял меня, да. Молодец, молодец. Двоечку. Да все, до свидания. Вот это очень хорошо. Так, подожди-ка.
Вот тут, да, у нас появилось. Ага. Давай я вот это уберу. Подожди, а почему я не могу до ключа закинуть? Не понял сейчас. Прикола. Алло. Попробуем сейчас. О! Здоровье возле уровень. Густой сторожки вы натыкаетесь на огромное стадо коров. Среди скотины бродит выбившийся из сил крестьянин. Достижение, он замечает вас и устремляется к вам, сломя голову. Бачки, человек смертный. Живая не блазнит. Ну, аккуратнее, не сомни колдунью. А то я тебя еще дальше утащу. Векшица! Вот и сам мог бы это вернуть. Нет тут христианских душ, кроме моей. Тут и сгину. Не спеши меня в нечисть записывать. Я и изладить могу, коли надо. Поможешь? Господи Иисусе, спасибо, спасибо! Но так просто тебя не вытащить. Думаю, надо молебен заказать. Тогда тебя в оккульта сам и отпустит. Возьми вот деньги, что я тут заработал. Я из деревни Некрасова, там бабу мою найди. Они меня ищут, потому закажут молебен, точно закажут. Ладно, буду там, найду жену твою. Не отчаивайся. Растроганный крестьянин ловит уплывающую слезу и кланяется в пояс. Ну, let's go теперь. К боссу. Подожди. Чё труп разглядываешь? Это Вакуль засолил. Тебе так не узнать, что новый утопень из него скоро получится. Вот как утопни рождаются. И какая ёпта разница, чё разглядываю. Чего только нет среди сокровищ Водяного. Монеты серебряные, золотые, оклады с драгоценными камнями. Икон ни в одном окладе, конечно, нет. Пока я Водяному тебя не объявлю, он и сам не объявится. Готова? Что-то про него можешь рассказать? Старый он и с причудами. Если понравишься, наградить может. Он выигрыше сегодня. Так в духе быть должен. Смотри, если будет давать сокровища, ты не бери, а чешую проси. В этом мире все иначе. Не как у людей. Чешую просить? Пока я Водяному тебя не объявлю, он и сам не объявится. Готова? Угу. Да, приглашай. Чешую просим, хорошо. Бабки не берем, чешую просим. Окей. Ничего ли загадок ты не знаешь?
и ведуньей зовешься. Здравствуй, водяной дедушка. Меня Василисой зовут. Знаю я, как тебя зовут. Я все в своем царстве знаю. Думаешь, я бы не мог тебя к себе сразу наставить? Хотел посмотреть, что ты за человек. Другим вон помогаешь. Русалке имя нашла. Я такое не одобряю. Ну, с чем пожаловала? Спросить я хотела. Я знаю имя русалки. Отпускай ее теперь на волю. Я тебе что, банник? А она невеста? Ее именем не спасти. Она уже мертва. Всего света не возвращается. Нет, есть способы. Ты про книгу свою? Так у нее такой нету. У меня на свой срок отбудет. А как пришло бы ей время на земле помирать, так я ее отпущу. В ад или рай. Уж это не мне решать. И уж точно не тебе. Спросить я хотела. Что на Соливарне творится? Ты русалку послал и рассол увел? Есть у меня один знакомый, Демидов. Он когда завод ставил, знаешь, что сделал? Бросил в воду перчатку. О, вообще негодяй. Потом снял вторую, три пальца от нее отрезал и тоже в воду бросил. Зачем? Понимаешь? Негодяй, конечно. Не Демидов понимаю. Демидов бросил в воду перчатку. Зачем он это сделал? Брось в воду. Все, кто работает с водой, переносят жертву водяному. Кто водки выльет, а кто и голову посулит. Жертву он тебе посулил. Человека живого. Молодец. Вижу, не зря водой дышишь. Поняла, голов-то сколько? Одна перчатка, затем вторая, от которой три пальца отрезали. У тебя же 5 пальцев. 3 пальца, 7. На одной перчатке 5 пальцев, на второй еще 2. 7 жертв завещено. Верно, вешица. Вижу, что знатка. 7 было утопленников. Я их потом по кругу посадил ходить. В память о былых временах. Сама видала. А что сейчас? Хорошо, если рыбак какой водки в воду нальет. Я этого терпеть не собираюсь. Твой Соливар мне тоже когда-то голову завещал. Да выполнять свое обещание не торопился. Но я и так свою подать возьму. Ты сам утянул Евдокию на дно. Сам. Все сам. До соли он мельницу держал. Там и договор был с ним. Дочерью он поплатился за его нарушение. Соливарин, он не спешил мне дань платить. Теперь и за это отвечает. Ты виноват во всех этих смертях. Не забывайся, вешница. Я взял, что должно. За такие слова я бы и тебя в утопленницу обратил. Но я сегодня добрый. Как теперь рассол вернуть? Хочешь понять, что делать? Я скажу тебе. Но после того отправлю выполнять. Ничего больше узнать не хочешь? Сначала спросить я хотела. Мне нужно печать в книге открыть. А я книгу эту знаю.
и как печать открыть, знаю. Вот выполнишь мое задание, открою. Спросить я хотела. Что за пещера с надписями на стенах? Я давно тут живу. Все тут другое было. Там когда-то могила была, я сохранил, что осталось. Не должно старым устоям пропадать. Не допущу я этого. Спросить я хотела. Ну, погнали его задание выполнять. Как мне рассол-то вернуть? Как печать открыть? Хочешь понять, что делать? Я скажу тебе, но после того... Говори, что хотел. А, хорошая волшебница. Мне нужна помощница на земле. До кабака сходишь, от Вильгарда недалеко. Там разбойники часто сидят. Тоже мне подать перестали носить. Заставь их снова к доброму делу вернуться. Хорошо, будь по-твоему. Ты мне не по нраву, киловязка. Ступай из моего царства. Угу. Вы приходите в себя на берегу Русальей заводи, отхаркиваете мутную грязную воду, а затем осматриваете свои вещи. Все оказывается на месте. Вздрогнув, вы хватаетесь за черную книгу. Она тоже цела. Вы оглядываетесь. Вокруг затаившаяся ночь. До избы рукой подать. Дедушка, я вернулась. Василиса, я поворожил намедни. Знал, что тебя водяной держит. Так потом в Троицкую церковь сходил, там все, что надо, сделали. Потому и отпустил тебя, водяной черт. Может, не от молитвы меня отпустил. У него задание для меня есть. Вы рассказываете деду Егору о событиях последних дней. Значит, мельником был пахом. Любопытно. Водяной свою подать не забыват. Держи с этим бесом ухо востро, как бы он тебя вокруг своего щучьего носа не обвел. Я не доверяю бесам, как ты и учил. То-то ты русалке помогала. Это тебе не подмененная девка. В нашем деле осторожность нужна, а то живо под галик загонят. Сейчас о другом забота. У разбойников попытай про Вакуля. Может, совет какой дадут? Хорошо, дедушка. Что за разбойники ему подать платят? Давай мы на этом закончим, что такая серия довольно длинно получилась. Все за просмотр, такая серия была. Лайк, подписывайся на канал, тебе не сложно, мне приятно, спасибо заранее, кто это делает. Поддержка ко мне заранее. Спасибо, кто это делает. В принципе, все. Увидимся в следующих сериях. Давайте.